Памятники героям, военная техника, вечный огонь и символы победы. Один из знаковых парков Самары готовит к майским праздникам. Вот уже несколько лет депутаты городской думы проводят субботник в парке Победы. И в этот раз, несмотря на хмурое, дождливое субботнее утро, здесь кипит работа. На уборку вышли народные избранники, сотрудники аппарата думы, члены общественного совета и молодежный парламент. Совсем скоро наступит 9 мая, главный великий праздник нашей страны, праздник Победы, и парк Победы, который именуется, да, так сказать, он является точкой притяжения. Сюда придут ветераны, к сожалению, немногочисленные оставшиеся живых участники. Здесь есть места, так сказать, славы, и не только техники времен Отечественной войны. Здесь и у нас и вечный огонь, памятник малолетним узникам концентрационных лагерей. Уважаемые самарцы, дорогие земляки, сделаем наш город чище, краше. С 7 утра участники Всероссийского субботника, разделившись на группы, собирают мусор и прошлогоднюю листву, упаковывают все в пакеты. Ранее уже привели в порядок берег Волги и Струковский сад. Убираются депутаты и на территории своих округов. Здесь, как мы уже видим, парк практически убрали. Сейчас завершающие аккорды. Мы его убираем, заканчиваем, привели парк в порядок. И после этого перемещаемся на другие территории. Каждый депутат в свой район также наводить чистоту и порядок. В этом году всем активистам, которые принимают участие в субботниках и средниках, вручают памятные значки, призванные напомнить, что чистые дворы, скверы и парки делают город комфортным для жизни. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.